Республика занимает 23 место в рейтинге стран по продовольственной безопасности. Всего же в списке 113 государств. Сейчас для Беларуси самая напряженная пора – уборочная. Аграрии приступили ко второму укосу трав. Именно в середине лета можно заготовить насыщенный белком зеленый корм в оптимальных объемах. Роуминг между Беларусью и Россией планируют отменить до конца года. Сейчас, напомним, плата за входящие звонки не взимается с абонентов с апреля, а на эту часть приходится внушительная доля в суммах платежей. На данном этапе остались некоторые нюансы, которые прорабатывают профильные ведомства стран. В Беларуси жара постепенно отступает. На этой неделе ожидаются грозы и дожди. Ночью 13-19 со знаком плюс. Днем от 24 до 31. К среде столбики термометров опустятся до 19-26 выше 0. Нестабильную дождливую погоду прогнозируют и выходные, а также сильный ветер и 20-22 градуса тепла. Первый этап вступительной кампании близится к завершению. Завтра пройдет финальное испытание по всемирной истории. Три дополнительные даты отведены для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в основной день. В целом централизованное тестирование проходит в штатном режиме. В городе продолжается ремонт Ульяновской, кладут новый асфальт. Водителей по-прежнему призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать авто у обочин, чтобы не мешать спецтехнике.